Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о дисциплинировании. Итак, первое из важнейших правил дисциплинирования это никогда не наказывать, если у вас нет четких правил, которые соблюдает не только ваш ребенок или должен соблюдать, но и вся э, семья. Если в государстве отсутствуют законы, если в государстве нет кодексов, нет правил, нет э, каких-то установок, то не существует правовой системы. Не за что наказывать. Мы погрязнем в спорах, что есть преступление, что есть противоправное действие, что правильно, что неправильно, что хорошо или плохо. Э, законы несовершенны. Я очень часто слышу о спорах, что этот закон несправедливый. И так далее. Но тем не менее, даже если этот закон несправедлив, он просто проводит некий водораздел. Он говорит: за этой на этой стороне правильные вещи, на а, а за это мы вас будем наказывать. И вы знаете, если э это э не работает в семье, то нам тоже не за что наказывать нашего ребенка. Если у вас нет четких правил, которые были бы сформулированы. Просты, чтобы ребенок, как только научился понимать и отличать левую руку от правой, чтобы он понимал эти правила, то вам просто не за что наказывать вашего ребенка. Вы не можете его наказать только потому, что смотри, никто же так не делает из нас. Но может быть вы это не делаете, потому что не можете. Я недавно встречался с одной семьей, и мне привели мальчика, и этот мальчик Залез а, на антресоль, поставил такую пирамиду из а, стульев, каких-то там коробок и достал конфеты, спрятанные на праздник. Моя дочь делает примерно то же самое. Дети вообще потрясающие разведчики. Куда бы вы ни спрятали сладости, они их рано или поздно найдут. Поэтому их надо перепрятывать постоянно в, в новые места. Но суть не в этом. Этого мальчика наказали, у него начался криз. А, мы сидим, разговариваем. Я говорю, у вас нет правил. Вы не можете его наказывать, потому что вы э, не обозначили, что это нельзя делать. И папа поворачивается к ребенку и говорит: "Как нет правил? Ты видел, чтобы я лазил по этим вот вещам, чтобы я съедал все конфеты, да-да-да-да". И мальчик просто поворачивается к папе и говорит: "Папа, ты просто не можешь. Ты просто не смог бы достать оттуда. Я такой вот молодец. Я смог, я достал." То есть, когда мы с вами говорим о правилах, которые якобы подразумеваются, дети могут думать, что, возможно, это касается вот его, но не меня. Вообще, детская справедливость, она очень проста. Я могу делать все, что я хочу, но ты не можешь. И они эгоисты. Чем младше ребенок, тем более он эгоистичен. Если ребенок растет, его эгоизм не уменьшается, он не развивается не берет ответственность на себя. Поэтому, когда вы хотите быть дисциплинирующим таким фактором в жизни ребенка, вам нужно понимать, что в семье должны быть правила. Их не должно быть миллион, не такой том, а должны быть простые вещи. Мы убираем за собой, мы моем за собой посуду, каждый убирает в своей комнате сам, каждую субботу у нас, допустим, день уборки да-да-да-да-да-да, и вы перечисляете эти вещи, и они должны быть очень простыми. Если правил нет, вы не можете наказывать ребенка. Вторая вещь, эти правила должны быть исполняемы нами самими. Я уже упомянул о детской справедливости. У детей гиперчувствительность к справедливости в их понимании в детском. И они всегда будут задавать, по крайней мере, самим себе очень простой вопрос. Почему мне нельзя, а ему можно? И вот здесь вообще не важно, о ком идет речь. Почему мне нельзя пить пиво, а папа пьет? Я взрослый. Я тоже? И это может сказать даже трехлетний. Когда мы с вами демонстрируем открытое пренебрежение к правилам, которые существуют в семье, мы закладываем непослушание, неповиновение и неподчинение. И в итоге это выливается и в детскую агрессию, и как реакция в агрессию родителей. А потом мы говорим о насилии в семье. Итак, если вы хотите, чтобы вам не нужно было серьезно наказывать ваших детей, устанавливайте в доме правила и сами следуйте этим правилам. В таком случае Случаи вмешательства, дисциплинарного вмешательства в жизнь ребенка очень сильно сократятся.